Этот мост через Иволгу ведет в село Сужа. Много лет никто не мог добиться его реконструкции. И вот 23 апреля работы начались. По календарному плану работы должны закончить к 1 сентября. Однако местных жителей такие сроки не устраивают. Так, ну это же не Крымский мост. Ну, такое количество. Они не меняют сваи. Они поменяли только полотно. Зачем такое количество времени нужно затрачивать на такой маленький мост? У нас маленькая река Иволгинка. Зачем создавать видимость работы? По контракту на время ремонта строители соорудили объездной мост. Люди боятся провалиться, ведь в течение дня через него проходят десятки грузовых машин. И ездят постоянно большие грузы, фуры. И мы маленькие машинки. Я все время еду на своем маленьком фите, да, и боюсь, что я рядом с фурой, то уйду тоже на дно куда-нибудь. Потому что, получается, тот мост, который они сделали, дополнительный, по которому сейчас, вот и едут же, получается, фуры. Ну, это шатка, валка. У него проектная нагрузка, расчетная нагрузка посчитана предварительно проектировщиком. Он отвечает всем нормативным требованиям и документации. Что касается недостроенного моста, по словам строителей, здесь работы ведутся даже с опережением. Сдача окончательного объекта 16 декабря 2020 года. Все работы предусмотрены с устройством асфальтобетонного покрытия, с устройством барьерного ограждения, разметки. Все это будет выполнено до 1 сентября. Пока строители не отстают от своего графика и все работы ведутся в срок. Мост дадут в эксплуатацию уже в конце этого года. А пока автолюбителям придется довольствоваться тем, что есть. Мариам Восконян, Владимир Попов, телекомпания АТВ.